Главный вопрос. Есть вдруг люди, которые вообще никогда не играли в лазертаг? Признавайся. Ну, парочку, 2-3 человека. Так, они после инструктажа вот этого общего подойдут. Вот судить будем вас мы. Меня зовут Сергей, Александр и Дима. Вот мы будем сопровождать вас, так сказать. По игре особо ничего у нас не поменялось. Кто читал регламент, кто играл у нас на прошлом Этикапе или на каком-нибудь нашем чемпионате. В двух словах, по 5 человек в команде, это понятно. Глобальных правил у нас нет, кроме того, что у нас игра бесконтактная. Я думаю, что все тут в основном бывалые, все понимают, фейерплей и так далее. То есть ногами, ну, не бьемся прикладами, там, ногами двери не вышибаем, стараемся осторожнее. А второе, напоминаю про горизонтальное укрытие. Что это такое? Это когда вы заслоняете каким-то элементом окружающей среды свою повязку на голове, можете вести прицельную стрельбу, но вас поразить не могут. Так делать нельзя. То есть, когда вы голову всю целиком спрятали и не видите ничего, так делать можно. Вот, но именно вот упереться, ну, грубо говоря, упереться вот в раму головой, и так делать нельзя. Еще раз напоминаю, чтобы не было потом всяких, не знаю, у нас недомолвок. Ну, то есть мы будем за этим следить. Первый раз будет на самом деле предупреждение, но потом будем штрафовать, снимать баллы. По оружию. На команду можно взять, ну, в любом случае можно взять МР-ки, один максимум дестройер с автоматическим режимом стрельбы, один эрейзер. Единственное уточнение, мы тут долго думали, смотрели, эрейзер не зарезан, на эрейзере 90%. Эрейзер один. АК-12 это МР-ка, их тоже по одному, ну, как настроен он как МР-ка, их по одному, да, в нем плюс, что он легче там в два раза, по три патрона, да, да, да. Так, следующий момент, по сценариям, в группах мы играем ТДМ, я надеюсь, что третья команда ибо успеет, и у нас не поплывет сетка, и все будут там играть с разницей в 2-3 игры, то есть с равными промежутками. В стыковых матчах, плей-оффе, выходит, у нас будет две группы, в одной будет 4 команды, в другой 5 команд, каждый играет с каждым. Как подсчитываются очки? Один балл дается за взятие точки на ТДМе. 0-1 балл дается за каждое убийство игрока на поле. И команде, и проигравшей, и выигравшей. По две команды с каждой группы выходят, играют полуфиналы. Полуфиналы будут точки. Потом в матче за первое и за третье место, соответственно, будет сценарий, я не знаю.